В детсад, где был обнаружен ящик с опасными игрушками, прибыли рязанские полицейские и сотрудники МЧС. Они выяснили, что все боеприпасы и оружие лежат в земле еще со времен гражданской войны. Так что, похоже, это привет от рязанских неуловимых мстителей. 18 сентября, 18 часов 17 минут, в единую службу спасения 01 Рязанской области поступило сообщение о находке боеприпасов в детском саду номер 20 города Рязани. Значит, была направлена аварийно-спасательная служба города Рязани и пожарный расчет. По прибытию было установлено, что на территории при проведении земляных работ по благоустройству детского сада обнаружены ржавые старые патроны и оружие гражданской войны. Значит, данное все найденное было передано сотрудникам полиции для дальнейшего расследования. Далее группа разминирования с помощью металлоискателя обследовала территорию всего детсада. Однако еще каких-либо исторических находок взрывотехники больше не обнаружили.